Здорово, всем здорово, с вами снова Эдуардо Перетяно. И сегодня я решил разоблачить этого подонка, этого единственного, который вот записывает всякие ролики там на свой канал, а меня даже туда не зовет, ёпты. Чтобы вы узнали о нем всю правду, всю самую плохую правду, которую он скрывает. Правда ли то, что шиперы о нем говорят? Голубенький ли он, или на самом деле у него сейчас есть девушка? Сколько ему лет на самом деле? И родной ли он брат мне? Эдуардо Перетяно и Эдисон Баратья, возможно. Я не знаю, в этом нам сегодня поможет детектор лжи. Опа! Сегодня мы все выясним, всю правду. Поэтому давайте мы его позовем. С вами я буду прощаться. Кстати, не забудьте поставить лайк на этот ролик. Мне кажется, что ему будет Эдисону и мне также будет приятно, если вы поставите лайкусик на этот ролик. Потому что я обещаю, и он обещает то, что как только мы с вами наберем, ну хотя бы там 30 тысяч лайков на этом ролике, то мы сразу же выпустим следующую серию с детектором лжи. И возможно мы еще кого-то пригласим в эту серию. Все может быть. Эдисон, дебил, иди сюда. На свой телефон иди записывай. На. Спасибо. А, он уже рассказал, да, что я хочу сегодня записывать детектор лжи. Понятно. Спасибо, Эдуардо Перетяно, что спалил всю контору, мать твою. Спасибо. На самом деле, да, я решил сегодня записать детектор лжи. И в этом как раз-таки, ребята, вы мне помогли. Знаете почему? Потому что у меня есть группа ВКонтакте, которая называется Эдисон Фэмили. И в ней я вчера устроил небольшой опрос, где я вас вчера попросил написать ваши самые-самые желанные вопросы, на которые вы хотите, чтобы я дал ответ. И вы написали, и там уже больше, чем 1000 вопросов. И сегодня я с вами буду делиться своими секретиками, отвечать на эти вопросы. А в этом как раз таки мне поможет детектор лжи. Скажет ли он, правда ли то, что я говорю, или же все же ложь? Посмотрим в этой серии. Давайте мы будем с вами приступать. Кстати, ты можешь вступать в мою группу ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании. Она называется Эдисон Фэмили. И если все же будет следующая серия, если мы доберем 30 тысяч лайков, то я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия, возможно, с какими-то гостями. Поэтому все зависит только от тебя. Вступай и участвуй в следующих опросах-вопросах. Ну что, давайте приступим. Нужно выбрать какой-то первый интереснейший вопросик. Сколько девушек у тебя было? Да на самом деле у меня уже 300 девушек было. Я вообще тот еще мачо на самом деле. Чё ты врёшь, ёпта? А да не было у тебя никаких девушек, а мальчик сраный. У тебя вообще последняя девушка 30 лет назад была. Врун! Короче, не слушайте его, он дебил. У меня было 300 девушек за последние 2 недели. Проверяем на детекторе лжи. Идет сканирование. Пожалуйста, скажи, что это правда. Пожалуйста, я же знаю, что это правда. Врань! Ё, ну ты меня и подставил, конечно. Нет, ладно, не было у меня никаких 300 девушек, не было у меня 300 девушек за последние 2 недели. Хорошо, вы меня раскусили. Следующий вопрос. Ты слушаешь Егора Крида? Или слушал? На самом деле нет, я не слушаю Егора Крида, я вообще не слушаю Black Star, я не слушаю Клаву Коку, я не слушаю кто там еще, Тимати, вот эти все Скруджи, Хренуджи, я их не слушаю, вообще не слушаю. Давайте проверим, тут, конечно, вранья не будет, потому что я не слушаю Black Star. Сканирование идет. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня разлюбишь, то я в ответ. Опа, все, сканирование завершено. Смотрим ответы. Ответы смотрим. Какой ответ будет? Правда! Правда, труф! Труф! Труф написано! Труф написано! Правда! Фух! Хорошо то, что я Егора Крида не слушаю. На самом деле так оно и оказалось. Я же вам не вру! Будь ты животным, то каким? Наверное, тигр. Я был бы тигром. Давайте посмотрим. Я 100% тигром бы был. Идет сканирование. Сканирование завершено. Смотрим результаты. Правда, правда! Это правда! Я был... О! Я тигр!
Не, это собака какая-то, лав была, а тигр... Я даже не знаю, как тигр делает, поэтому напишите в комментариях, как тигр делает. Следующий вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Родион Чурсин спрашивает. Или Чурсин. В месяц я зарабатываю примерно 1020 рублей, учитывая, что я еще работаю на заводе параллельно и преподаю уроки видеоблогерства в школе номер 69 тут в Санкт-Петербурге. Ну, в месяц выходит примерно 1030. Я отдаю за квартиру, на хавчик, ну, в принципе, на жизни хватает, вот. Еще бывает, иногда улицы подметаю. Ну, это крайне редко бывает. Но все же, там тоже 1002 в месяц выходит за то, что я там по Невскому пройду и улицу подмету. Сканирование проходит. А еще я нянькой иногда подрабатываю, но мне там звонят, типа, Эдуард, нужно прийти посидеть с моим 3-летним сыночком. Я прихожу, тоже там где-то 4000 выходит за этот месяц. Так, смотрим результаты. Правда! Это, конечно же, правда. Это все правда. Я работаю на 38 работах одновременно. Следующий вопрос. Ладно, этот вопрос, который уже задают в комментариях 300-й раз. У тебя есть девушка? Настало время вам признаться. Да, у меня есть девушка. Сейчас проверим, и вы увидите то, что это правда. То, что у меня есть девушка. Я просто не знал, как это вам сказать. Но... У меня есть девушка. Давайте посмотрим, что это стопроцентная правда. В смысле? Да! Откуда он знает? Откуда он знает? Кому ты наврать захотел, а? Кому? Какая девушка? Кто тебе очков дебила терпеть будет, а? Девушка у него есть. А врун! Что-то детектор лжи у нас выходит из-под контроля. Ладно, давайте посмотрим следующий вопрос. Ты натурал? Или нет? Конечно же, я натурал, я уже заколебался это говорить. Я в прошлом вопросе сказал то, что у меня девушка есть, а вы мне не верите, а? И детектор мне не верит, и этот Эдуардо Перциано мне не верит. Конечно, у меня есть девушка, конечно, я натурал. Что за тупые вопросы, а? Неужели до сих пор остались такие люди, которые верят то, что я не натурал? Я вам даже только что признал, что у меня девушка есть, а вы не верите. И до сих пор кто-то продолжает считать меня не натуралом? Разве я похож на Гамадрила? Я мужик настоящий! Сейчас проверим. Сканирование идет. А, да есть у меня девушка, я отвечу. Есть у меня девушка! Следующий вопрос. Следующий. Ты куришь? Иди сюда! Э? Спрашивают тут у нас. Ты куришь? Ну и... Чё? Этот дебил все подряд куришь. Все, что плохо лежит, овощи, фрукты, все-все-все под... А вот я нет, я вообще не курю, как я уже миллиард раз говорил, я за здоровый образ жизни, я хожу в спортзал, я правильно питаюсь и вообще я молодец. Правда, вот это все правда. Видите, детишки, правильно питайтесь, не злоупотребляйте ничем, а то умрете. Вот, поэтому не надо не курить, don't do drugs, kids, и прочее. Будьте хорошими, законопослушными гражданинами. Вот, следующий вопрос. Ну давайте какой-то самый, прям самый провокационный вопрос, который только есть. Тебя предавали близкие друзья? Было дело. Глупый вопрос, но все же любишь всех своих подписчиков? Конечно, люблю, всех обожаю. Писал ли ты в кровати ночью? Было дело. Но мне кажется, все, когда были маленькими, все писали, поэтому я надеюсь, я же не исключение, да? Да и ты писал! 100%! Может, ты этого не помнишь, но когда тебе годик-два был... Кому ты врешь? У мамы спроси, писал ли ты в кровати или нет. 100% да. Почему ты такой красивый? Оло, мама, спасибо тебе большое, то, что я у тебя такой получился. Спасибо, что хорошо постаралась. Тик-тик. Ну дайте мне, пожалуйста, последний вопрос. Вот прям такой, чтоб детектор лжи поломался. Нет, 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 только, только, только...
показывал? Писюн. Нет. Я его не показывал. Я не показывал писюн. Нет. Да все он показывал, а? Врет, тут же все вот. Лай, все он показывал. Врунишка показывал своего пипипунчика. Да то, что он... Я знал, что он и мне его показывал. Просто он всем говорит то, что не показывал. Короче, ребят. Если все же вам понравилась эта серия, если вы хотите продолжения, если вы хотите, чтобы Эдисон, я и еще какой-то новый гость в нашей этой новой рубрике поприсутствовал в этом видео, ставьте лайкосики! Или как там показывается, так? Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та! Ставьте лайкосики, набираем 30 тысяч лайков! И сразу же выйдет следующая серия Эдуарда Перетяно «Зуб дает». Вот. Подписывайтесь на этот канал, на канал Эдисона, на мой канал, у нас один канал на двоих. И спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Узнаем в следующей серии на детекторе лжи новые тайны Эдисона. Ну и мои тоже, если хотите. Вот. Ставьте лайк.